была просрочка. В этом продукте была просрочка. Пахнет бабкой. Ребята, она сухая. Вообще, ты, наверное, очень удивлена. Продукт одинаковый, зачем? Помочь тебе? Мам, распакуй. Я распаковала, я думаю, ничего. Ой. Что это такое? Почему она выглядит реально как стухший, испорченный продукт? Они разные. Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья. Липси хай. Запрет! Сегодня на моем бьюти-ютуб канале мы будем распаковывать дизайн календарей от 7 Days. Ладно, я теперь буду говорить нормальным голосом. Все хорошо. Как ты думаешь, календарь Advent 7 Days, какие будут у нас ставки? Я надеюсь, там будут блестяшечки, может быть, какие-нибудь аксессуарчики маленькие такие. Ну, что-то хочется красивое, прикольное. После Advent календаря от H&M, который мы уже распаковали, я уверена, что хуже не будет никогда. Ни один Advent календарь даже в теории не сможет сделать хуже, если захочет даже. Но что-то подсказывает, что все будет очень плохо. 7 бьюти-штучек для твоего идеального макияжа. 7 бьюти-штучек для твоего идеального макияжа. У меня то же самое. Сколько он стоил? Блин, ну, по-моему, по 1500 за каждый. Ух. Давай посмотрим реально, сколько он стоил, потому что, возможно, я ошибаюсь, он стоил не 1500, а 3. Сейчас проверим. Ни хрена себе. Если 3, то это вообще стыд. Я, конечно, все ожидала, но... Не, ну, типа, по наполнению он получше, чем отельчика. Он стоил 1700 рублей. И рейтинг у него 4 звезды. Да. А теперь вы поймете, почему у нас такая реакция и почему мы так сильно сочувствуем этой женщине. Угу. Мне стало грустно. Я надеюсь, они разные, потому что они буквально должны быть разные. Ну, мне твой нравится больше. Он такой более такой ламповый, что ли. А мой типа обычный такой. У тебя французская киса, а у меня, ну, просто. У тебя новогодняя киса. Я хочу новогоднюю. Да, нет, я уже это делала. А, ну ладно, хорошо. Уже буду с этим страдать. Ну тогда распаковываю его. Здесь сверху была какая-то очень странная клейка. Штучка. Сзади он выглядит так. Как ты так быстро распаковываешь, я не пойму. А я вот такая вот. Я какая-то с орешком каким-то. Помочь тебе? Мам, распакуй. Вот, подсунула мне. Не, сейчас что-нибудь. Опа, алле, держите. Спасибо, спасибо. Магия твоей зимы. Нет, твоя магическая зима. Что там, контент? Вот с этой стороны не смотри, которая ближе к тебе. Почему? Потому что там можно подсмотреть. А. Вот так. Слушай, ну по качеству, конечно, картон просто ноль слов. В целом, это не самый дорогой Advent календарь, который покупала. Он не стоил 60 тысяч, но... Да. Ой, я порвала, ничего. Я распаковала, я думаю, ничего. Ой, а так вот тут вообще малюточка. Тут по 7 штучек, то есть у нас 14 продуктов на двоих. Всего 14 продуктов на двоих, и вот, собственно, Advent календарь. Это такая, как трусы неделька, только... Понедельник, календарь, вторник, да, за неделю до Нового года. Вот он, первый адвент-календарь. Кстати, у них на самом деле много адвент-календарей, а они все с разными обложками, но я, честно, побоялась покупать несколько, потому что вот что-то мне жопа подсказывает, что продукты будут одинаковые, просто обложки разные. Но их очень много. Let's have winter party. Let's have winter party. Твоя новогодняя бьюти-неделя. Походу, они реально одинаковые. Хей, красотка. Хей, красотка. Растяни удовольствие. Растяни удовольствие. Не открывай все окошки за раз. Не открывай все окошки за раз. Ближайшие 7 дней, блин, это ж смешно. Буквально они одинаковые. А здесь давай, что у тебя? Ну, здесь хотя бы отличается. Осторожно, с этим все взгляды будут прикованы к тебе на вечеринке. Ладно. Ну, надеемся. Эдвент, календарь, неделька. Ну, давай один. Давай с цифры 1. У меня с этим продуктом будут прикованы взгляды. Поэтому, ребят, я хотела сделать красиво, я вырвала кусок, ты просто... А, это для бровей. У меня штучка для бровей, смотри какая. Так, да, показывай. С двух сторон, видимо, с одной щеточка, а с другой стик. Ну, на самом деле, эта форма очень хорошая, то есть из серии реально это то, чем можно пользоваться. Но это неплохо. Это неплохо. У тебя то же самое? Да. А цвет тоже такой же? Я думаю, да. Они одинаковые, Наташ. Это очень плохо, нет, пожалуйста. Они одинаковые, они одинаковые. Походу, нас неиронично развели, потому что они, правда, абсолютно одинаковые. Хотя Advent календаре я вроде покупала разные. Ну, какой смысл делать разные упаковки в Advent календарях, по-разному их называть, если продукт одинаковый, зачем? Мне нечего сказать, кроме слов. Что там, цифра 2? Ну, давай, теперь я первая открою. Давай. Итак, цифра номер 2. У меня, кстати, прикольная вещь. Это для ярких каникул. Да, для ярких... У меня там ничего не было написано. Это вот такие вот глиттеры. Я, в принципе, пробовала глиттеры от 7 Days. Они прикольные, но эти с
слипши. Ой, я вижу, в них нет геля. Они просроченные. Мои тоже. Ребята, они просроченные. Была просрочка. В этом продукте была просрочка. Я прекрасно кушаю 7 Days, но это просто просрочка. Типа, вот imagine, ты ребенок, тебе родители покупают этот адвент-календарь, а ты не можешь даже им пользоваться, потому что у тебя, блин, тут просрочка. У меня тоже каменные. Смотри, насколько каменные. Как можно вообще выпускать подарок? Новогодний адвент-календарь, новогодний. Люди покупают это в качестве подарка с просроченными, блин, глиттерами. Я больше чем уверена, что если какая-нибудь маленькая девочка получает этот подарок, она больше всего ждет, сука, именно глиттеров. Она хочет этих блестяшек, но она ничего с ними не сделает. И вот я уже вижу, это грустное лицо. Я такая, мам, у меня не работает глиттер. И мать такая, ой, бля, что делать-то? Что у тебя не работает? Ну, мать спрашивает. Эх, я хотела навести драму. А ну, я как всегда. Ну, они буквально никак не работают, они я не вообще, знаю. Возможно, их может спасти только какой-нибудь гель, типа для там вот этого увлажнения. Да, но да. Его добавлять самой, ну это такое себе. Не, ну вот это стыдно. Это очень стыдно. Это очень это плохо. Катастрофа. Это прям вот реально они высохшие. Это катастрофа. Это, видимо, просто вещь, которая прошлого старая. Года. Да? Не продали, а запихнем в адвент-календарь. Как это рвачно. Номер 3. Давай теперь ты первый открывай. Давай. Ну я уже понимаю, что они мне кажется, здесь твои. Тушь. А, нет, это какой-то бальзам для губ, судя по всему. Они разные. Разные? Да. Я не могу вытащить, подожди, да чего у меня проблема? Я на радости даже вытащила его, и у нее то же самое, только цвет другой. Цвет отличается, не, ну по крайней мере, хотя бы есть отличие. Слушай, ну остальные продукты могли тоже цвет отличающийся, как минимум глиттеры. Здесь ну, в этом да. Хотя бы есть смысл. Кстати, мне твой цвет нравится больше, он такой более приятный, что ли. Ну, год дать. Собственно, да, вот они у меня такое золотцой, а у тебя больше классический такой красновато-розовый малиновый цвет. Малин. Интересно, насколько они ок-не-ок. Сейчас попробую сделать сводч. Итак, делаем сводчи, девочки. Это какой? Это твой? Это который тебе больше понравился. Так. Ну, кстати, на руке так похоже выглядит. На руке сильно хуже выглядит, вообще не видно, что происходит. И вот этот вот. А, ну этот нормальный, смотри. Ну, это смотри. Очень малиновый, такой яркий. Да, он прям яркий. Цвета, конечно, ну, типа, не скажу, что вау. Да, но они такие больше креативные. Но, в целом, ладно, имеет место быть. Пусть будет. Для подложки. Кима, не знаю, не знаю. Смотрите на нее. Да. Давай тогда ты четвертый открывай дальше. Хорошо. Сражай взглядом. Ну, это тушь. 100%. Да, это тушь. Логично. Ну, потому что сражай взглядом. А, да, это тушь. Какая тушь? Ты слишком рано обрадовалась. Это тушь. Что? Это тушь. Вообще, ты, наверное, очень удивлена, но это тушь для нижних ресниц. Обычно такого формата используется. В той же Японии я такие туши просто покупала в огромном количестве, поэтому если она хорошая, то это охеренно. Ну, по-другому не сказать. Ну да, я понимаю, что человека не подготовлен, но это может очень сильно напугать. Она сухая? Да, я хотела ноги покрасить. Ребята, она сухая. И хотела волосы на ногах. Все понятно, они закинули все нерабочее. Это просто даба, она сухая. Мне приходится ее прям вот так выдавливать, чтобы она хоть что-то. Попробуй мою. Давай попробуем прямо засунь ее туда побольше и покажем, что мы типа не пытаемся сделать вид, что там не хороший продукт, а он хороший. Ну вот, я ее даже покрутила там внутри. Я не знаю, как это комментировать. Оно сухое. Оно сухое? И это уже второй продукт, который не работает. А я хотела ноги накрасить. Подожди, давайте мы попробуем средство для бровей. Мне кажется, что-то оно тоже будет сейчас подсохшее, скорее всего, какое-нибудь это белесое. Сейчас быстренько попробую сделать сводч. Все вроде свежий. Не, ну он рисует. Ну ладно, это рисует, не будем докапываться. Все, на самом деле здесь все хорошо. Она даже работает. Грустно? Даже волосы на ногах не накрасить. Ну, там волоски-то маленькие. Да. Открасить можно. Ну уж явно. Цифра 5? Для лучших селфи. Что это? С этим твое сияние будет видно из космоса. Хайлайтер, хайлайтер. Да? Ну, он золотой, пафосный такой. Корм помады. Пахнет бабкой. Пахнет реально не очень, но он хотя бы красит, хотя цвет ну, у него... Ну, кстати, он нормально так цвет дает. Цвет дает, да. Прям красиво. Вопрос только в том, как он будет наноситься и держаться, потому что что-то мне его текстура немножко смущает. Я вообще не сильно люблю жидкие хайлайтеры. Ну, они сильно прям на любителя. Я тоже предпочитаю сухую консистенцию, но любители есть. Но главное, что он хотя бы, блин, не просрочка. И он работает и не высохший. Ребят, если кто-то из вас покупал адвент-календарь 7 Days, пожалуйста, напишите, у вас там тоже сухие продукты или как у вас там дела обстоят? Потому что я не знаю, что сказать. Цифра 6. Это сложно. Цифра 6. Снова глиттеры. О-о-о-о. Разные, кстати, на этот раз у нас. Разные? А тебе такие же положили? Не-не-не-не-не. Другие немножко. У меня другие. Или такие же? Mm-hmm. Не-не-не. Там желтые были самые первые, которые мы достали, видишь? Да. А сейчас мне попались звездочки, сердечки, луны, что-то еще. Но они сухие. Они сухие. Я уже вижу, что они опять каменные. Они просто, вот я трогаю их, они камень. И снова у нас сухие.
всплески. То есть у нас уже получается из 7 продуктов уже 3 продукта сухие. Так-то красивые. Ну так-то да, так-то они приятные. Я уже говорила, что я хвалю вообще блески от 7D, с ними нравятся, я им пользуюсь, друзьям дарила, но как бы это ужасно. Так не должно быть вообще ни в каком состоянии. Ну, я показывала, насколько они сухие. Да, да, мы все поняли. В принципе, да, это так оно и есть. Они сухие. Они сухие. А, я поняла. Как бы ты отнеслась, если бы ты купила себе косметику, она высохшая и тушь тоже не красит? Ну, я бы к ним вернулась и все бы им сказала, что вы обалдели, все меняете, но это же просто, это же жесть. Но она реально не красит. Ну, типа, буквально, вот если я вот так буду надавливать, моя рука станет черной. Там, так ресницы никогда в жизни не накрасишь. Конечно, так и высохший маркер тоже может нарисовать. А вот это вот, смотрите. Что это? Какая жесть, какой ужас. Просто мясо. Последняя цифра получается, 7. Я не знаю, что ожидать. Используй перед вечеринкой. А у тебя просто... А у меня вообще без надписи. Прикинь, обделили. Тени. Айшедоу. У меня серебряные такие. Абсолютно то же самое. Такие же? Да. Ой, посмотри, что сбоку. Ну, у тебя это выглядит прям очень плохо. У меня они какие-то обосраны, как будто в них нассали. Ладно, я что-то, видимо, погорячилась. Поспешила мои тени наносить себе на руку. Ребята, должны видеть, это в таком состоянии, как оно есть. А теперь скажите, пожалуйста, а вот так вот должно быть? Просто я всего лишь на всего несколько лет бьюти-блогера, я такого еще ни разу не видела. Ну, может, вы сталкивались? Что это такое? Почему оно выглядит реально как стухший, испорченный продукт? Почему? Вот разве вот так вот должно быть в нераскрытой упаковке? Честно, я бы даже не стала это тестировать, потому что меня очень смущает, как это выглядит. Ну, очень странно. Там как будто реально испортились тени. А он внутри, смотри, посмотри внутрь. Видишь, он коричневый внутри. Да, я тоже удивилась, потому что когда я нанесла сводч на руку, он у меня, смотри, бензинового цвета. О, а здесь типа... Серебряный. Мы бы их, конечно, нужно перемешать вообще не изначально золотые, но как-то они распались. Но, согласись, это очень странно. И вот этот вот цвет тоже достаточно странный. Гораздо лучше было бы, если был бы серебряный. Бред какой-то. Скорее всего, они просто как-то развалились, я не знаю. Наверное, они должны быть вот такие вот, ну, видимо, серебряные, да, какие-то. Но они как-то, видимо, стали другими. Стали другими, очень странные. Они, кстати, не сохнут, то есть я их нанесла, они вообще не высохли за все это время. Я бы это на свои глаза не стала наносить. Я бы тоже не стала наносить на как-то свои глаза. Фу. Я в ужасе, честно, ребят. Я не знаю. Я думала, хуже, чем адвент-календарь. Это, честно, уже ничего не будет, но... Это лидер. Официально. Это самый худший адвент-календарь. При том, что я люблю этот бренд. Так и самое тупое то, что оно все одинаковое в двух календарях. Типа, только отличались у нас блестки чуть-чуть. И помады. И все, и помады. При том, мне кажется, знаешь, они просто рандомно положили блестки и помады из всех, что у них были, которые у них испортились, потому что они сухие, блядь. Испорченные вещи, понимаете? Испорченные продукты в адвент-календаре. Протухшие. Протухшие продукты, которые нельзя использовать. Все, вот они, все, они просто высохшие. Тушь, которая не красит, потому что высохшая. Ноль слов. Мне нечего сказать, кроме слов. Да. Мне даже интересно почитать отзывы покупателей. 4 звезды. Ладно, видимо, это просто один. А, нет, отзыв одна звезда. Но почему-то, короче, на Озоне у него отзыв одна звезда, но по какой-то непонятной причине, когда смотришь сюда, тут 4 звезды. Неужели кому-то понравился? О, нет! Ребят, знаете, как выглядит этот отзыв? Итак, достоинство товара. Про достоинство говорить пока рано, еще не открывали. Я вам сочувствую. А зачем писать тогда, если не открывали? Ну, да. Недостатки. Недостатки сразу бросились в глаза. Коробка помятая, впечатление уже смазалось. У нас тоже были помятые коробки. Мы просто об этом не сказали. Ну, типа, потому что пофиг. Но, да, я понимаю, что для человека, который дарит этот подарок, это плохо. А теперь, внимание, комментарий. Заказывала в подарок дочери. Несколько разочарована в внешне помятом виде. Надеюсь, содержимое не разочарует. Мне очень правда жаль. Кто-то это еще прокомментировал ей. А, смотри, искренне приносим вам наши извинения за неудобство. Ребят, ну вы лучше принесите извинения за то, что у вас продукт не красит. Это Озон отвечал, не 7D, кажется. Ну, справедливо. Но, тем не менее... У меня есть еще один надувной календарь. Пойдем снимем его. О, нет. Не уверена, что хочу. О, нет. Хотели уже попрощаться, но буквально все это выглядит вот так вот. Ведь сверху, понимаете, насколько все скудно. Да. Супер дорогущий адвент-календарь из Японии. Одер! Как это ставить? А-о-а-о-а! Что это? Фух, да! Уф! Да, это же скотч! Я же не просто говорю, что у меня косметика отличная. Ну и, кстати, весит тоже немало. Смотрите, прикольно!